В минувшую субботу на базе СОШ номер 2 аула Кашахабль впервые прошел турнир по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера Республики Адыгея Санашокова Руслана Мухарбеевича. Турнир был организован Управлением физической культуры и спорта района совместно с Школой Олимпийского резерва по тяжелой атлетике имени Мухарбея Киржинова при поддержке администрации района. На мероприятии присутствовали председатель Федерации тяжелой атлетики Республики Адыгея Рашид Бельмехов, директор Республиканской школы тяжелой атлетики имени Мухарбея Киржинова Рамазан Сиюхов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, глава Кашхабльского сельского поселения Хазрет Борсов, родные и близкие Руслана Санашокова. Слово для приветствия присутствующих было предоставлено председателю Совета народных депутатов Александру Брянцеву и главе Кашхабского сельского поселения Хазрету Борсову. От всей души хочу выразить благодарность за то, что именно мне сегодня позволили открыть этот турнир, посвященный нашему выдающему земляку Санашокову Руслану. От всей души хочу пожелать всем участникам соревнований больших сегодня хороших достижений. Хочу пожелать, чтобы на сегодняшними соревнованиями витал дух, несомненно, борьбы, дух соперничества, дух дружбы и уважения. А победил сегодня сильнейший. Всем хочу пожелать дальнейших больших хороших успехов в жизни во всем том, чему вы прикасаетесь, чтобы у вас получалось. От души еще раз всем спасибо за сегодняшний турнир. Сегодня мы впервые проводим турнир, посвящен памяти Санашокова Руслана Мухарбеевича. Конечно, что этот турнир сегодня у нас он первый, потому что он каждый год у нас проходил, как турнир «Цыгашка», чтобы этот турнир носил республиканский характер, характер федерального значения. И, конечно, хочу пожелать всем участникам нашего сегодняшнего мероприятия всем удачи, чтобы победил сильнейший, и чтобы наш праздник, вот это мероприятие, которое мы сегодня впервые проводим, чтобы мало хотели нам проводить и республики, и федерации тяжелой атлетики республики Адыгея. Мы на это очень надеемся и, конечно, будем ждать хорошего результата. Спасибо, всем удачи. Затем слово было предоставлено родственникам Руслана Санашокова. Они обратились со словами благодарности к организаторам турнира и его участникам. Я хочу вам выразить искреннюю благодарность от всех родных нашего брата. Особенно большую благодарность хочу выразить тем ребятам, которые похлопотали за это, которые помнят, уважают ее. Большое вам спасибо. Особенно представителям Сокласти, бывшим его коллегам-штабистам, что они не забывают его. Спасибо вам всем от родных и близких. Добрый день, уважаемые гости, жители Кашхабльского района, всем тем, кто сегодня в этом зале. Я очень благодарна организаторам этого турнира, которые организовали все на высшем уровне. Вы лучше знаете, все присутствующие, те, которые работали с ним, знаете лучше, чем я. Я хочу выделить, сказать то, что у него на первом месте всегда была работа. Спорт и тяжелая атлетика. Вы не хуже меня знаете. Я хочу поблагодарить всех присутствующих в этом зале. Хочу поблагодарить спорткомитет Республики Адыгея, администрацию Кашхабльского, спорткомитет Кашхабльского района, которые постарались организовать то, что мы видим сейчас. С одной стороны тяжело, но с другой стороны я хочу сказать, что это очень отрадно. Это очень знательно, что сегодня это считается праздником. Всем хочу
крепкого здоровья, всех благ и праздникам, чтобы все заняли первые места. Традиционно на подобных турнирах присваиваются очередные звания за достижения в спорте. На этом турнире у нас приятная выпала, приятная миссия вручить нашим тяжелоатлетам удостоверение мастеров, мастеров спорта России. Вручение будет проводить председатель Федерации тяжелой атлетики Республика Адыгея Бекмехов Рашид Январович. Дедоногов Тимур вручает удостоверение и значок мастера спорта России. Копьев Сергей вручается удостоверение и значок мастера спорта России. Поздравляю тебя. Также на награждение приглашается Чеушев Астемир. Вручается удостоверение мастера спорта и значок. И Выков Рамазан. Вручается удостоверение мастера спорта России и значок. Вручение проводил председатель Федерации тяжелой атлетики Республики Адыгея Бекмехов Рашид Январович. И еще один приятный момент. Председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев вручил памятные доски родным и близким. Памятные доски вручает Брянцев Александр Валентинович. И воспитаннику Мухамия Нурбиевича Режимова, воспитаннику Санашока Аслана Мухамиевича, Сиюхову Рамазану Султановичу. В заключении торжественной части турнир был официально открыт. Равнение на государственный флаг звучит гимн Российской Федерации. Представляем участников первого потока весовые категории 55-61 килограмм. Весовой категории до 55 выступает для Пинков Николай, красногвардеец. Цеев Батыр, красногвардеец. Скорчебасов Селим, красногвардеец. Сагателян Давид Кашикабов. Весовая категория 61 килограмм. Выступает Чубаев Алексей. Майков, Чехачев Амир, красногвардеец, Хиштов Хазринби, Кашикабов мастер спорта России, Казаков Артем, первый разряд НМ. Участники первого потока представлены на разминку 10 минут. Подъем,
Подъем удачный, еще один попытку. Повторяйте. Подъем не засчитан. Закончил рывок с результатом 37 килограмм. Подъем засчитан. Первый подход. Подъем засчитан. Выступая после травмы, еще не совсем в форме, но изъявили желание выступить на этих соревнованиях, так оно является жителем аула Кашиха. Чубаев Алексей готовится за Чубаевым казаком. Легко справляется. Подъем защита. Легко справляется. И у нас осталось сейчас два участника и два подхода осталось. Новый вес 82. Остался один участник и заключительный подход. Вес. К этому весу подойдет Хиштов Казельби, мастер спорта России, Кашихаба. Легко справляется. После рывка весовой категории 61 килограмм лидирует Хиштов Казельби, мастер спорта России, Кашихаба. На втором месте идет По итогам турнира спортсмены из Кашхабского района завоевали следующие места. В весовой категории 55 килограмм третье место занял Давид Сагатилян. В весовой категории 61 килограмм первое место Хазретби Хиштов. В весовой категории 67 килограмм Аслан Бзасежев занял первое место. Второе место в весовой категории 73 килограмма занял Адам Санашоков. Победители и призеры были награждены медалями, грамотами, денежными призами. И еще хочется отметить, что родственники вручили денежный приз в размере 5000 рублей Аслану Бзасежеву. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев, новости Кашхабского района.